Когда человек умирает, когда из него выходит «я», остается только физическое тело, он хороший или нехороший, с достатками или с недостатками? Однозначно хороший. Однозначно никакой. Мертвый человек — это никакой человек. Он не может быть каким-то хорошим или плохим. Он всегда просто мертвый, а мертвых говорят только хорошо, нам так сказали. Почему он никакой? Потому что там же никого нет уже больше. В этой одежке больше никого нет. Когда мы себя интерпретируем через тело, вот я красивый, я толстый или худой, я хороший или нехороший, ты все время это переносишь на свое физическое тело, на свою личность, кем ты не являешься. Ты таким можешь являться только пока шевелится тело. Ты с себя скидываешь ответственности, груз, можно даже так сказать, просто на физическое тело, которым ты не являешься. А кто тогда ты?